Отставка правительства или роспуск Думы – это серьезный имиджевый политический ресурс, который находится в руках президента. Я не думаю, что он будет расходовать его на пустом месте. Отставки тех или иных деятелей кабинета, прежде всего в социальной сфере, возможны, но не думаю, что нам грозит отставка правительства целиком и в ближайшее время.